Здравствуйте, ребята! Предлагаю вам отправиться в путешествие в необыкновенную страну Италию. Посмотрите на карту, правда похоже на сапог? Столица Италии – город Рим. Это флаг Италии – зелено-бело-красный. Главная достопримечательность – это Колизей, огромная арена, где много лет назад выступали гладиаторы, смелые воины. В Риме обязательно надо посетить фонтан Треви, бросить в него монетку, загадать желание. Оно непременно сбудется. В итальянском городе Пиза есть необычная башня, ее еще называют падающей. Со временем она стала понемногу наклоняться. Каждый год в Венеции проходит красочный карнавал. Люди надевают необычные костюмы и маски. Повсюду царит атмосфера радости и волшебства. А теперь вопросы. На что похожа Италия на карте? Столица Италии – город. Какие цвета на флаге Италии? Кто выступал в Колизее? Что нужно сделать у фонтана Треви? Чем необычна Пизанская башня? Что надевают на карнавал в Венеции? Предлагаю вам вместе со мной нарисовать веселого итальянского пиццайолло и приготовить итальянскую фокаччу. Рисуем веселого итальянского пиццайолло. Это повар, который готовит пиццу. Приготовим итальянскую фокаччу. Хочу напомнить вам правила. Обязательно перед тем, как начать готовить, помойте руки с мылом. Соблюдайте на кухне чистоту и порядок.
Готовьте вместе со взрослыми, они помогут взвесить ингредиенты и справиться с горячей плитой. Если вы увидите на видео значок огня, знайте, без помощи не справиться, очень горячо. Начинаем!